Тебе вкусно? Да, усы. Усы? Тут не только усы. Тебе просто весь рот белый. Да лого платико светит. Ключи тоже фонарик, мама. На телефоне? Да. Я уже ключил фонарик. А ты чего не включила? Сейчас включу. Все, выключай в камеру. Все нормально. Все, дай. А вот что здесь происходит? Так, очередь, обе очереди соблюдаем. Помните, я вам говорила, что хочу отметить свое 30-летие в лучших блогерских традициях, позвать много гостей, пышно. Короче, наверное, это 30-летие как-то сказывается на мне, я не знаю, но я теперь вообще не хочу никак отмечать. Никак, вообще. Даже в ресторан не хочу идти. Походу, это, знаете, морально тяжело принять, что тебе скоро 30.